6 крупнейших банков присоединились к инициативе банка UBS для запуска цифровой денежной системы. Как сообщает агентство Reuters, банки Barclays, Credit Suisse, HSBC, State Street, MUFG и Canadian Imperial Bank of Commerce объединились для создания так называемой монеты для служебных расчетов, позволяющей финансовым рынкам быстро производить платежи и обрабатывать транзакции с помощью технологии блокчейн. Ли Брейн, технический директор банка Barclays, заявил о нескольких преимуществах этого проекта, таких как снижение рисков и повышение эффективности капитала на финансовых рынках.